Ты вот эту покажи, что она это вроде кажется стволом, на самом деле нет, нет, вот с этой стороны вот так вот. А, ну да, разворотил ее, конечно. Ну вот, смотри, трещина. Нет, сейчас трещина вот скручивание. Видно? Видно. Ну да? Ага. Там что ли еще показать? Такая дорожка, усеянная вот, смотри, еловыми телами. Смотри, елка пресная. Видишь трещину? Из нее сок смола сочится. Ой, ну вот смола не очень видно, но есть, да. Так, вот вдалеке. Относительно вдалеке. А, конечно, дорожки сделали красивыми, но ураган вот, в мае вот что сделал. Столб. Ну, был, да. Был ствол, стал столб. В общем, дорожки красивые, а вдоль дороги, ну вот, конечно, работники немножечко попытались что-то распилить, убрать с дороги. И правильно сделали. А все, что вдоль дороги, в общем, хорошо видно. Это да. Абрамцево, июнь 2018 года, последствия мая 2018 года. Исторический момент. Исторический, потому что много лет такого урагана тут не было. Никогда. И никогда? Нет. Никогда, говорят, не было такого урагана. Просто крутил деревья и разворотил все, да, весь парк красивый. Вот елкам вот этим больше повезло. Но их немного таких. В основном вот такие вот.